Вот и наступил первый день зимы. Он совпал с пятницей, поэтому сегодня ночью в сети появилось множество крутых новинок. Правда, вышло далеко не все, чего ожидали фанаты нашего хип-хопа. Например, OG Buddha все-таки не выпустил новый альбом, название которому уже дали во многих СМИ. Пох вообще 1.0. Вместо этого появился сингл, но это вряд ли скрасило разочарование его аудитории. Сегодня расскажем об этом подробнее. Также поговорим о попытке отмены концерта Кишлака по той же схеме, которая сработала весной со Скали Милана. И тут опять важную роль сыграл Екатерина Мизулина. Правда, в этот раз Кишлаку удалось уладить все проблемы, и это не может не радовать. Также в этом выпуске мы расскажем про самые громкие новинки этой ночи. Что ж, давайте приступать. Перед началом ролика важное объявление для наших зрителей, которые задумываются над подарками в преддверии праздников. Лучшее место, где сегодня можно купить сюрпризы для близких, это Marketplace Poison. Там продаются только оригинальные вещи, и купить их можно несколько раз выгоднее, чем в обычных магазинах. Так, например, коллаборация Supreme и Nike Air Force Low Box Logo на Poison стоит 17 948 рублей. А вот такие данки, как на видео, 10 756 рублей. Помимо кроссовок, там можно заказать аксессуары, ювелирные украшения, сумки и много других креативных подарков. Например, вот такую подвеску в подарок девушке можно купить за 3 226 рублей. Сделать это комфортно и безопасно можно вместе с сервисом Poison Box. До 12 декабря у них идут новогодние акции. В описании есть инструкция, как получить бесплатную доставку по России. Также 12 декабря у Poison Box пройдет распродажа товаров из наличия. Скидки на весь ассортимент 20%. При заказе через Poison Box не обязательно оплачивать всю сумму покупки сразу. Оформить заказ у них можно по предоплате 30%. Остальное вы платите, когда товар пришел на их склад в Москве. Среднее время доставки у Poison Box от 9 дней. Поддержка Poison Box всегда на связи и всегда помогает клиентам, если у них возникают какие-либо вопросы. Ссылки на сайт, Telegram и YouTube канал Poison Box в описании ролика. Переходите и не забудьте закупиться подарками к Новому году. Ну а мы начинаем. Поехали! Вчера прошел большой концерт Кишлака. В своих социальных сетях он написал его так. Цитата. «2020 год. Я даю свой первый сольник в Мурманске на 50 человек. За 10 тысяч рублей и пиво. 2023 год. Я собираю свой первый стадион в МСК на 7к человек за 5 миллионов рублей и пиво. Всем спасибо за то, что верили в меня и помогали. Я тоже, безусловно, во все это верил и любил свое дело всем сердцем. Долгая и упорная работа над собой, все эти мучения, учиться доверять людям, вечное осуждение и издевательство со стороны социума и самая чистая, наивная детская любовь. Все это привело меня туда, где я сейчас нахожусь. Я просто рассказывал свою историю». Концерт действительно получился знаковым. Его посетил даже Shadow Race. Понятное дело, что такое большое мероприятие с участием Кишлака не могла обойти стороной Лига Безопасного Интернета. Тем более, что ранее они уже обращались в органы с просьбой проверки творчества Кишлака. В телеграм-канале Екатерины Мизулиной появилось вот такое сообщение. Цитата. «Мэш пишет о том, что более 10 человек отравились неизвестным веществом на концерте рэпера Кишлака в Москве. Несколько бригад скорой помощи приехали к площадке на Балтийской улице. Среди пострадавших 2-3 15-летних подростка и 9 молодых людей 20 до 25 лет. Чем отравилась молодежь, пока не ясно. Да и большой вопрос вообще, как подростки оказались на концерте, должна быть возрастная маркировка. Ранее по нашим обращениям полиция возбудила в отношении исполнителя дело об административном правонарушении в связи с пропагандой веществ». Казалось бы, не такое уж и примечательное сообщение, ведь ранее от Лиги Безопасного Интернета исходили куда более серьезные претензии в сторону Кишлака. Но тут важно понимать, что точно такое же событие, которое потом оказалось лишь слухами, стало отправной точкой для того самого громкого скандала с отменой концерта Скали Милана, после которого его карьера разделилась на «до» и «после». Тогда тоже многие писали о том, что на его концерте кто-то чуть ли не скончался от передозировки веществами. Но у Кишлака, к счастью, все обошлось. В его ТГ чуть позже появилось еще одно сообщение, где он немного раскрыл детали этого события. Цитата. «Москва. Мы растопили льды, разожгли сердца. Это было прекрасно. Максимально ярко и максимально душевно. Сегодня вас было 7 тысяч человек. Это удивительное и невообразимое число для нас. Мы отлично провели время. Я даже осмелюсь сказать, легендарно. Мы сделали все для обеспечения вашего комфорта и безопасности в рамках нашего мероприятия. К сожалению, не все вели себя ответственно по отношению к самим себе. И нам пришлось оказать квалифицированную первую помощь, по данным на текущий момент, 10 людям. Мы желаем им поскорее прийти в себя и впредь не относиться к себе так плохо. Всем счастья да любви. Спасибо. Алкоголь зло». Меня тут тысячи, а занял очередь перед собой. Нам на виселице.
этой ночью вышел альбом исполнителя Famous Killa под названием «Не спеши уходить». Тизер проекта появился еще в начале недели. «Не спеши уходить» — это концептуальный мультижанровый релиз из 6 треков. Каждый рассказывает историю отношений и переживаний артиста. Это лирический и атмосферный релиз, наполненный целым спектром эмоций, раскрывающий внутренний мир автора и показывающий его состояние в определенный временной отрезок. «Не спеши уходить» в полной мере раскрывает суть человеческих взаимоотношений, а также показывает, как скоротечно время и насколько люди и их принципы отличны друг от друга. Мультижанровость проекта — это не просто слова. Famous Killa очень удачно совмещает трэп-биты, дрилл и интересные вокальные приемы на одной пластинке, показывая все свои скиллы. Также артист сообщил, что в декабре выходит клип на вышепоказанный трек «Memory». Музыкант явно не будет останавливаться на достигнутом, и в скором времени мы услышим от него еще много крутого материала. «Ты меня заткнешь вряд ли» — строчку из новой песни OG Buddha можно принять за реальный девиз, с которым он провел этот год. Он выпустил два очень разных по саунду и тематике альбома. Три, если считать еще и фриш на январский микстейп G-Day Mix. А в скором времени он дропнет еще один. Это будет продолжение релиза «Похвощен 0.5». По крайней мере, на это все надеются. Из-за лаконичных формулировок артистов в соцсетях и индикаторе прогресса в видеотизере многие, в том числе и мы, подумали, что 1 декабря выйдет сам альбом. Вместо этого дропнулся первый сингл. Ну а остальные песни получим, похоже, очень скоро. И про сам трек «Porsche» из песни. Это реальный подарок, который он сделал своей девушке по имени Кристина. Porsche стоит снаружи, греется на солнце. Ты нас ненавидишь, ага. Скали Милана объявил, что выпустит новый альбом 15 декабря. Он будет называться «Problem Kid». В интервью в Писке Скали показывал несколько треков с нового релиза, но говорил, что некоторые из них в итоге могут не попасть на проект. Он пообещал, что на альбоме будет как привычный для него звук, так и новая музыка. В следующем году Скали планирует выпустить совместный альбом с Агли Стефаном. Гуфа побили на Пхукете. Раны на локте и губе он показал на видео. Говорит, что, возможно, сломана челюсть. Это сделали друзья-борцухи, некоего Миши, человека, у которого, по его словам, то ли был, то ли до сих пор продолжается роман с бывшей женой рэпера Юлией Королевой. В какой-то момент, обращаясь к Юле, один из приятелей Гуфа говорит на камеру: «Но твой получил леща первым». Само видео, по понятным причинам, на Ютубе мы показывать не можем. Поэтому советуем перейти к нам в Телеграм-канал, ссылка на который будет в описании ролика. Там мы выложили полное видео с Гуфом, где видны и следы побоев. А вот что Гуф говорит про Юлю. Цитата. «Она меня абьюзила, все время унижала. Если бы не Тина, она уже давно бы плавала в Андаманском море». Тем временем Юля прокомментировала события последних дней. «Буду перечитать по именам. Далее, если никто не предпримет никаких мер, ищут меня. Что произошло за время, пока он был здесь, что он употреблял, что с его головой, я не понимаю. Потому что наше общение, как родители, складывалось хорошо в Москве. Что произошло сейчас, я без понятия. Повторяю, все, что он говорит, полный бред. По возвращению в Москву я подаю на него в суд и лишаю его родительских прав». Первая жена Гуфа, Айза, тоже не стала молчать. Вот ее слова. «Я совершенно не знаю, что может произойти с Лешей в любую секунду. Предчувствие меня пугает. Но кроме молитв, я больше ничем не могу и не хочу помогать. Леше надо лечиться. Долго и упорно. Леше нужна профессиональная сиделка на постоянной основе. Потому что ему просто пора уже признать свою болезнь». Сегодня у Гуфа вышел альбом «Запретное место», написанный по мотивам цикла лечения в реабилитационном центре. В финальной песне релиза Гуф говорит, что настроен на чистую трезвость. И заканчивает трек словами, цитата: «Боже, дай мне разума и душевный покой». Позади очередной день сурка, он особо ничего не поменял, но и пускай. Буша Дажо выпустил второй альбом, который называется «West Goths». Вестготы были варварским племенем, которое разрушило Римскую империю. В 22-м году Жоас серьезно обратил на себя внимание молодых поклонников жанра треком «Водила», альбомом «No Bang Holland» и хитом с Арни и Аникой «Тесно». В 23-м году выходит его второй лонгплей. Он звучит разнопланово, а его автор несколько отгораживается от остальной рэп-сцены. Наверное, не случайно в альбоме только
как и один фит с Херон Вотером. Вот что на эту тему говорится в пресс-релизе. Цитата. «Он показывает себя как человека с принципами, для которого на первом месте стоит семья, порядочность, осознанное отношение к жизни, неприязнь к конфликтам и желтой прессе. Эти вещи декларируют многие исполнители, но на деле им следуют единицы». «Меня не поменяет моя прибыль, в отличие от тебя у меня не стоял выбор, я начал работать, чтобы...» Токсис выпустил альбом Hot Shot, уже второй его релиз за год, но в этот раз сделанный по схеме больше песен, богаче палитра и серьезней подход. Это проявляется и в калибре привлеченных артистов, и в музыкальном охвате. Послушайте Hurts, ранее выходившую синглом. Искренняя песня о расставании, демонстрирующая хитмейкерское чутье Токсиса. Раньше такую вещь у игрока, который прославился благодаря телеграмным кружочкам, в которых смешно танцевал, и новым звучком, который прозвали New Jazz, было представить непросто. Фирменных вокальных выдумок в этих песнях стало будто бы еще больше. Яркий пример — совместная с Будой Би-Би. Виртуозная техника, ментальность олд джазмена. Забиваю губу, ты Месси, у нее плей все мои песни. На сегодня у нас все. Какая новость впечатлила вас больше всего? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!